почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславна Литерь, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Это милая, искренняя и увлекательная книга по счету 12-я в творческой биографии Михаила Самарского, студента ВГИКа. Первую повесть «На качелях между холмами» он опубликовал в 13 лет. А вот вторая книга «Радуга для друга» покорила сердца и детей, и взрослых, не только в России, но и за рубежом. Автор познакомился с человеком, у которого были мертвые глаза, но живое сердце, и с его собакой-поводырем. Проникнувшись проблемами плохо видящих людей, Михаил Самарский организовал программу «Живые сердца», со временем превратившуюся в благотворительный фонд. Новая книга Самарского будет интересна подросткам, но и взрослым есть над чем поразмышлять. Перед нами роман о любви. Главный герой Миша Миров, знакомый читателям по первой книге, похож на Ромео, решает на Новый год приехать из Москвы в Ростов-на-Дону к своей возлюбленной Марии. Едет он автостопом, и путь его полон прикосновений к горизонту, к человеческим судьбам, трагедиям, несправедливости, печали, радости. Структура романа интересна и необычна. В ней 12 прологов, потом 12 глав и эпилог. Подведение итогов и взгляд в будущее. Прологи посвящены семье Миши, ибо там его корни, там любящие его люди, там сформированы те качества, которые сделали мальчика вдумчивым, отзывчивым, честным, чистым человеком. На долгом пути Миша повстречается разные люди. Дальнобойщик Федор, душевный, понимающий, заботливый, бандиты, не отбирающие последние, и проститутка Ленка, баба Фрося и ее свекровь Татьяна Алексеевна. Он преодолевает свои страхи, познает самого себя и пристальнее вглядывается во взрослый мир. Он любит людей и жизнь, и постепенно мы убеждаемся, что этот московский интеллигентный мальчик живет прежде всего для других. Он исполняет разные социальные роли – сына, внука, правнука, но всегда остается цель хорошим человеком. Страшный эпизод в романе «ДТП» на автостраде. Мать рыдает над мертвым сыном, сверстником Миши Мирова. Эта смерть потрясает и заставляет на взрослый мир посмотреть по-другому. Ведь в нем есть страх, ужас одиночества, предательство, жестокость. На прощание попутчица, девушка легкого поведения, скажет Мише: «Без любви человек превращается в скотину». Замерзший, грязный, много повидавший, в чужих лохмотьях, Миша Миров приедет к своей Маше всего за несколько минут до Нового года, но с любящей и светлой душой. Прикоснитесь к горизонту вместе с Михаилом Самарским. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».